вчера в интернете, в интернет-пространстве появилась публикация о том, что 30 сотрудников аэропорта увольняют. Я хотел бы дать комментарий по этому поводу. В первую очередь, это не соответствует действительности. Почему? Потому что, во-первых, 30 сотрудников являются сотрудниками компании «Манас Менеджмент». Немного кратко о компании «Манас Менеджмент». Компания «Манас Менеджмент» – это эксплуатант грузового терминала в аэропорту «Манас» и центра бортового питания. При этом 100% акций компании «Манас Менеджмент» принадлежит ОАО «Международному аэропорту Манас». Вот. В рамках своей деятельности мы постоянно ведем работу по улучшению качества обслуживания наших клиентов, а также по улучшению мер авиационной безопасности. Я хотел бы отметить то, что весь импортный и экспортный груз, который прибывает и убывает из нашей страны, он обрабатывается только в компании «Манас Менеджмент». Поэтому мы себе никак не можем позволить не уделять особого внимания вопросам по авиационной безопасности. В рамках данной деятельности последние 3-4 месяца нами проводились разного рода мероприятия по выявлению, устранению слабых мест в авиационной безопасности. И, к сожалению, нами были выявлены некоторые слабые места, которые у нас все же не присутствуют в службе безопасности компании «Манас Менеджмент». При этом мы получили ряд рекомендаций от специалистов агентства гражданской авиации о том, что на всей территории аэропорта от начала до конца меры по авиационной безопасности должны обеспечиваться единым образом. Сегодня что получается? Сегодня у компании «Манас Менеджмент» есть своя собственная служба безопасности, у Международного аэропорта «Манас» есть своя служба авиационной безопасности. То есть получается и здесь служба безопасности, и там служба безопасности. Рекомендации гласят о чем? О том, что то, что должно быть единое служба авиационной безопасности. Далее, при этом, согласно Воздушного кодекса Кыргызской Республики, эксплуатант аэропорта, он полностью отвечает, напрямую полностью отвечает за авиационную безопасность. Далее, нами было принято согласованное решение о том, что 30 сотрудников компании «Манас Менеджмент» переходят в состав Служба авиационной безопасности Бишкекского филиала Международного аэропорта «Манас». Далее я буду просто говорить Служба безопасности аэропорта «Манас». Соответственно, информация о том, что 30 сотрудников аэропорта увольняют, не соответствует действительности. Так как, во-первых, 30 сотрудников являются сотрудниками компании «Манас Менеджмент». Во-вторых, их никто не увольняет. 30 сотрудников на сегодняшний день принято решение о том, чтобы перевести в состав Службы авиационной безопасности аэропорта. При этом я хотел бы отметить то, что при переходе службы авиационной безопасности аэропорта данные сотрудники будут получать ту же зарплату и все предусмотренные льготы, как и сегодняшние сотрудники службы авиационной безопасности. То есть, к сожалению, давайте мы переснимем.